Да я перевел, ты учила, и зря только перевел. Кому ты перевел? Варваре. Зачем? Ну, она типа мне обещала вписать в Москве. А сама это было 100 лет назад. Не вписала, когда я перевел. Это не было 100 лет назад. Не было 100 лет назад, блин. Что? Мне обидно. Ну, по-братишке поступила. Господи, Саша. Сама там буржует. А я последнюю копейку отдал. И она вот так и благодарила. Вот верь после этого людям. Ох. Ты мне деньги переведи. Давай мне на этот хлеб. Ты на карты взял, чтобы деньги? Да у меня нету карты. Ну тогда как? Давай наличными я хлеб куплю. Так, давай сюда компьютер свой этот сотовый. Зачем? Давай сюда сотовый. Да зачем? Где он? Нет здесь, зачем? Ну я переведу деньги себе, я тебе дам только 100 рублей. Дай мне 100 рублей сейчас. Нет, переведи деньги мне, потом дай мне 100 рублей. Капец, я не... Ну, неси сотовый. А тут деловой такой. Деньги у меня вытаскивает заначки. Мне нужно купить этот йогурт с орешками. Еще чего не хватало. У тебя заначка на ПВАС, там, на СИшки, всякую фигню. Нечего прятать заначку, блин. Что? Дед прятал заначку от бабушки. И к чему это привело? К чему? К тому, что его проклинают, и он умер. Ни к чему хорошему. Что, Саша? К матриархату привело. Давай мне, я сам переведу. Да ты не умеешь. Я умею, ничего я переводил. Варваре 150, и она меня кинула. Правильно. Ага. Что попало, Саша, говоришь? Я не попала, говорю, там написано вон. Где моя? Где я переводил? Где мой телефон? Где? Давай я сам переведу. 500 рублей переведи мне. Вот твой телефон, да? Ну да. Скопировать. Буфер обмена. На 900 нажимай. Так. Нет. Не вставить. Сначала перевод сделай. Напиши. Перевод. Не английский, а русский. Перевод. Вот. 500 рублей. Не жирно тебе будет? Нормально. Давай 100 рублей. Нет, 500. Переводи. 500. Все? Да. Еще. Ну, отправляй. А, сейчас тут этот режим полета уберу. Что тебе 500 рублей? Не жирно ли? Отправляй. Да подожди, режим полета уберется. Где он убирается у тебя? Вот он убирается сейчас. Включится сеть. Сеть не работает, что ли? Потому что режим полета. Да был. Какой ты нахер полета? Че ты все время в полете в каком-то? Потому что братишки мы все. Вот, все, теперь можно отправлять. Ну и что не отправляется? Сейчас скопирую заново. Может, нужно с большой буквы перевод написать? Не надо. Что ты делаешь? Сейчас заново. Что ты делаешь-то? Что ты дурью маешься? Вот, тебе отправляется. Отправляю. Жирно тебе 500. Не жирно, перевод. Так. Отправлено. Так, должен быть код подтверждения. Сейчас будет. Жадность тебя... Don't be greedy. Не будь жадный. Код 4, 5. 7, 6, 2. Все, отправил. Ну, не подтвердилось еще. Написано, сообщение отправлено. Ну, должно подтвердиться. Сколько ты из меня обжираешь? Я? А
А ты у меня сколько вытаскиваешь с меня? Ничего я с тебя не вытаскиваю. Последние штаны с меня снял. За квартиру платить тебе надо, за ипотеку. Ты гонишь. Вон, все. Подавись. Это что за слова такие? Ты меня вот стукнула крепко. Так мало еще, мало. Ты меня стукнула. Надо было больно, еще сильнее. Что у меня это, по спинному мозгу прям. Ага. Не стукай. Мало. Дралась. Мало тебя выпила. Даже на габах отправить такое. 50 рублей тебе хватит. Так на мороженое не хватит. 25 и 26 этот самый йогурт. Какой йогурт? Не йогурт, а бородинский хлеб. Или 24 он стоит. Да не хватит 50. Ну а что, я тебе дам копейки. Я тебе сдачу дам. Давай стой, я сдачу принесу. У меня сдачи уже полный кошелек твоей. Нахер. На, я тебе могу дать ее. Не надо мне копейки, не хочу, я боюсь микробов. Да? А 100 рублей ты не боишься, да, потратить? Давай мне 100 рублей. Я тебе дам 70. Давай. Чё, без чего хожу? Почему ты без карты ходишь? Нафиг она нужна, эта карта? Не нужна. Как так ходить без карты? Нефиг делать. Я уроню эти копейки, блядь.